Попова Лукерия Филипповна, 1932 года рождения, русская духоборка, живет в городе Ниноцминда, одна, без родственников. Живет Лукерия Филипповна в плохих условиях, в доме, где нет удобств. У нее нет воды, ванной и туалета. Из-за отсутствия ванной комнаты она в год два раза моется у знакомых из села Гореловка. Как говорит бабушка Лукерия, особенно трудно жить зимой. Пенсия хватает лишь только на лекарства и на электричество. Зимой она греется электрической плитой. И сердце больное, и ноги болят, он ходить не могу, руки болят, все, ну я вся больная. Ну вот хорошо, Бог послал, она меня смотрит, она мне подпечет и все сделает. Надо ей бы чудок деньги дать, а меня нету, бани нету, в год. Два раза, три раза скупаюсь, и все, угод. Бабушке уже как год помогает Вартануш Малхасян. Вартануш помогает по уборке дома, приносит воду, готовит кушать. По словам Вартануш, в этом году приехали из России племянницы бабушки и хотели забрать ее в Россию. Но Лукерия отказалась ехать. Իրան որպես մորպես խնամեմ գե, չիդեմ, իմ տատիկիսպես, չիդեմ, թող աստվածեն ձի օգնե, ես է ջուր գբերեմ, տանեմ, միսիմ, կեպեմ, թապեմ, ինչ հնարավոր բան է, ձերքից կուկակեն։ По словам Лукерии Филипповны, хорошо, что есть добрые люди, которые иногда помогают, кто чем может.